Макс-Ньюс. Добрый день, уважаемые радиослушатели. Начинаем работу в прямом эфире. Политолог Филипп Раевский у нас в студии. Добрый день. Добрый день. Да, ну вот мы наблюдаем сейчас такой в какой-то степени уникальный процесс, внеочередные выборы в Рижскую думу. Были у нас в стране в истории новейшие внеочередные выборы в парламент, как мы знаем, после знаменитого указа номер 2. Были, по-моему, два раза в маленьких самоуправлениях еще повторные выборы, но вот неочередных выборов в Рижскую думу не было, тем более в такой короткий предвыборный период, но все-таки я вот, не знаю, обратил внимание, что или пандемия так повлияла, очень такая, ну, неактивная предвыборная кампания у большинства. Есть 2-3 партии, которые сразу можем сказать, что люди стараются, что-то делают. Остальные как, как вы думаете, все-таки они на последний момент оставляют этот выстрел последний? Я думаю, тут проблема в том, что еще и эти выборы не только тем особы, что они неочередные, но то, что они и с фальшстартом, то есть это уже второй срок, второе число указанное, потому что пандемия один срок уже как бы свела на нет, то есть выборы уже как бы должны были осуществиться в какое-то время назад. Но я думаю, что этот фальшстарт, конечно, я думаю, многим сработал негативно, потому я думаю, что политические партии, которые хотят серьезно поконкурировать за власть в Рижской думе, они, конечно, были поставлены в такую оригинальную ситуацию. То есть они, как бы казалось, что все очень просто. 2 месяца с распуска к выборам, быстрая предвыборная кампания, и у нас есть новая Рижская дума. Никто не ожидал, что это втянется в такой долгий процесс. Я думаю, это осложнило ситуацию для тех, кто хочет быть кандидатами в Рижскую думу, потому что чем длиннее предвыборная кампания, чем длиннее процесс, тем у людей есть больше времени ознакомиться и понять, кто есть кто. И это, конечно, осложняет ситуацию для всех. И в этой ситуации, я думаю, что остаются на поле, конечно, те, которые более серьезно считают, что они могут быть конкурентами, могут показать свои амбиции политические на власть в Риге. Ну, мне кажется, что было очевидно, что хотя казалось бы, что вот правящие партии знали и сами способствовали этому распуску Рижской думы, что они должны были вроде бы лучше подготовиться к этому процессу, но пока мы это не наблюдаем, вот если взять ИКП, которая вот в последний момент, по существу, поменяла вот этого локомотива, все-таки более известного и раскрученного, если так можно сказать, господина Юроша, ну, на не очень известного, так мягко говоря, госпожу Озову. Ну, я думаю, тут еще у них еще такая неприятная неожиданность, то, что... Это трагедия с госпожей Стрити, да? Что умерла госпожа Стрити, это для них огромная утеря политическая, потому что она была один из виднейших лидеров. Я думаю, что она была реально та личность, которая привела ЕКП вообще в парламент и в правительство. Угу. И такая потеря навсегда оставляет большое влияние на политические организации, когда лидеры умирают. Но я думаю, что в случае с ЕКП они больше показывают вот тот же момент, что и характерен всем остальным партиям власти на государственном уровне, что с одной стороны они как бы должны были быть иметь фору перед думскими партиями, там, перед честью сжить Риги или согласием. Но проблема в том, что они 10 лет не были у власти в Риге, и их знание и понимание того, что происходит в Риге, пока что выглядит, что оно на уровне лозунгов. И потому эти предложения, что мы можем читать, они достаточно неконкретные и пространные, потому что они не знают, что 10 лет небытия у власти – это большая потеря компетенции, и для них это будет большое начало побыть во власти в Риге. Да, ну вот если мы говорим вообще о таком раскладе предвыборном, рейтинги, конечно, разные, результаты такие интересные, но вот, по-моему, мне кажется, что давно не было такой конкуренции, условно, конечно, можно его назвать левый фланг, но, скорее всего, такой за русского избирателя, такая жесткая борьба, я давно не припомню, чтобы такое было, да, ну, минимум, если мы даже возьмем основных игроков, да, согласие, чей служит Риге и Русский Союз, мы знаем, что не дремлет там альтернатива. Ну, вот очень жесткая конкуренция. Тут очень, я думаю, мотивация простая. Согласие 10 лет
держала монополию на этом рынке. Но если мы смотрим пропорционально русскоязычные избиратели против, ну и латышскоязычные, мы видим, что русскоязычных избирателей, ну так по численности это большое количество народу. Очень и большое, одна партия для такого количества народа демократической системы, ну это необычно. Это необычно. И это монополия это было что-то такое, что выходит из каких-то таких обычных схем. Да. И потому тем более, что русскоязычные – это же неоднородная масса. В том-то и дело. Это у нас почему-то все они стали однородной массой. Но они не однородные. Интересы у них разные. И идеологические, да. И как бы предпочтения разные. Я думаю, вот эта утеря монополии, она дала импульс тому, что вот создаются новые политические... И это нормально, что на русскоязычном поле будет так же, как на латышскоязычном поле, возможность выбрать, ну да, за кого ты хочешь. Конечно, тем более, что, может быть, я утрирую, но если так вот посмотреть, ну, что общего, ну, кроме, условно говоря, родного языка, это, может быть, тоже немало, но, тем не менее, у, не знаю, владельца дома в Тихом Центре и там жителя Балдараи, ну, что общего? Там-то да, и дело, у, да. Них, у каждого, конечно, свои интересы, они вправе, так сказать, их, эти интересы, как бы, пропагандировать, но... Что общего? Ну, это язык одна из таких... Это, конечно, есть такая объединяющая тема, но она... Ну, это редко где это такая тема, которая обуславливает все политические предпочтения. Особенно на муниципальных выборах, да? А в муниципалитетах вообще. Угу. Ну, еще вот интересная позиция атеисты бы пары, или того для развития ЗА, которые объединились с прогрессивными, вроде бы они тоже всегда говорили, что вот они тоже... ориентируются в какой-то степени и на голоса не латышей, но пока что-то не очень похоже, что господин Стаки сможет каким-то образом вот, завлечь вот эту аудиторию. Я очень-очень сомневаюсь, и я думаю, что чем... Это и так вообще слабо получалось у латышскоязычных партий за последние 30 лет. Но если мы говорим о нынешней ситуации, когда так возросла конкуренция на русскоязычном поле, там латышским партиям делать нечего. Тут своих желающих хватает. Хватает, очень да. Жесткая конкуренция. Хотя, с другой стороны, при такой конкуренции всегда можно начинать искать ниши, потому что, когда человек начинает думать, если у него есть выбор, ему нравится, что еще больше есть выбор. Это как да. Всегда латыши говорят, ну нет, за кого голосовать. А у русских всегда было, за кого голосовать – согласие. Согласен. Теперь будет то же самое. На русском, теперь они должны думать, анализировать. Не, за кого голосовать, всегда будет несколько, 5 партий, из кого выбрать. И тогда есть возможность, конечно, поконкурировать, но это такая чисто теоретическая. Да, но нет такой ситуации, что и в обратную сторону, то есть согласие тоже, видимо, осознало, что им тоже нечего особенно ловить на латышском фланге, и поэтому они выдвинули, ну, человека, которого, наверное, ну, первым номером, человека, наверное, которого тяжело представить как политика, которого будет обращаться к латышам и пытаться завоевать их симпатии. По-моему, это тоже безнадежная история. Я, насколько понимаю, в Риге вообще они свели на нет диалог с латышскоязычным обществом, их это не интересует. Просто они это достаточно даже четко показали. Да? Они даже не скрывают, что это не в их интересах. Честно говоря, по-моему, они даже и не скрывают то, что они идут в оппозицию так большим шагом. То есть даже это они подсознательно чувствуют, да? Я думаю, это не подсознательно, это сознательное решение, потому что когда ты не выдвигаешь первого уровня лидеров или видных людей в свой список, значит, ты как бы показываешь, что тебя не интересует. Это очень, это можно так сравнить. ЕКП, которое вы упомянули, вот сейчас и согласие, они в одной лодке. Они очень похожи. Их не интересует серьезная конкуренция. Или, например, господин Статис, который даже мандат в Сейме положил, уже отказался. Мы да. Знаем, что по закону тех, кто будут избраны, если они у него так мандат, и так его лишатся. Они и так лишатся. А он... Но он чувствует себя настолько сильным, что он уже сразу отказывает от мандата, он показывает, ну, то есть он всем своим поведением показывает, что он очень это серьезно грамотно. Намерен... С точки зрения вот политтехнологии это грамотно. И да, да, я это думаю, грамотно. Это да. Показывает серьезность твоих намерений, твоим избирателям. Что ты не боишься, что тебя не изберут, да. И что ты не преодолеешь да. 5% барьер. Да. Такого страха да. Нет. Да.
это тоже интересно. Но вот ведь еще очень важный момент, это вот к тому, что вы сказали по поводу дебата. Ведь будут дебаты, и действительно люди, которые совершенно новички в политике и вообще никогда не работали в самоуправлении, им будет весьма сложно, да, вот каким-то образом вот показать свою компетентность и знания. Ну да, тут, потому что пока что то, что мы видим, это ну, на такой плоскости очень поверхностной, то есть, ну, надо ремонтировать улицы, надо ремонтировать мосты. Ну, это, я думаю, и мы с вами, и все слушатели знают, что вот это надо делать. Это выйди на уже, улицу, это и ты уже, поймешь. Да, да, это уже до ручки доведено так, что тут не надо быть большим хотя большим это удивительно, да, ведь не, если так вот быть объективным, но нельзя сказать, что за 10 лет ничего не было сделано. Это было бы неправильно. Да, но ведь это же очевидно. Ну, улицы и мосты – это ну, то, что бросается в глаза. Но это выглядит, что там 10 лет ничего не делали. Вот это есть та часть муниципального хозяйства, где ничего не делали. 10 лет. Потому что ну, такой ситуации, чтобы… Ну, какие-то дырки латали, видимо, по ходу движения. Да, но чтобы два из таких, из четырех важнейших мостов закрыты. Ну, такого мы еще не видели. Ну, такого... Да. Как после бомбежки, да. Да, что мы вернулись в какое-то время, послевоенное, что мостов нет, строятся переезды через железную дорогу, чтобы не было пробок. Ну, это что-то уму непостижимое. Ну, это, и если, не дай бог, еще начнут закрывать мосты через Даугаву из-за аварийной ситуации, ну, тогда мы вообще возвратимся. Тогда, если люди постарше, они помнят, был ведь возле Вантового моста был понтонный мост. Да. Вот тот еще откуда это могут выкопать и вот поставить понтонный мост. Это как бы символ хозяйствования в дорожной сфере за последних 10 лет. Да, ну вот интересно, насколько может повлиять на правящие партии, ну, правящие в стране, действия временной администрации, потому что мы видим, что тоже согласие пытается на этом играть и говорит, ну вот видите, вот они уже там порулили 3 месяца, и мы видим, что происходит. Я думаю, что, ну, согласие там трудно что-то сказать, потому что они, им, конечно, хотелось бы, но 10 лет – это эпоха по сравнению с этим… Тремя месяцами – это так одно мгновение. Но если мы смотрим о конкурентах вот этой партии, которая, в общем, ассоциируется со временной администрацией, тут, я думаю, они используют все возможности, чтобы показать, что это не просто, а очень политизированный процесс, и кто должен нести политическую ответственность за то, что вот эта временная администрация делает сейчас. Да, вот впервые, действительно впервые под своим брендом идет не в общем списке ЧС уже триги. Есть разные мнения, кто-то говорит о том, что вот это и будет так называемая золотая акция, вот эта золотая акция, когда их голоса действительно могут стать какие-то определяющими для создания коалиции. С одной стороны, кто-то говорит о том, что все равно там правящие силы и на них злые, ну, если такими словами говорить, хотя в политике, наверное, месть и злость не всегда срабатывает, и вот могут им припомнить, что они были вместе с согласием, и возникнет соблазн их тоже оставить в оппозиции, чтобы сказать, видите, всех предыдущих мы оставили. Но, наверное, математически это будет сделать крайне сложно. Нет, тут есть несколько аргументов. Я думаю, что честь служить Риге, она имеет очень позитивные возможности в двух планах. Один, они представляют русскоязычный избиратель, и они в то же время они не идеологизированы. То есть, если мы видим красные линии, ну, я буду очень удивлен, если согласие будет сидеть за столом переговоров. То есть, с ними... Мы видим, что происходит на уровне национальном. Ну, как Целинский сядет с ними за стол переговоров? Да? Ну, на национальном уровне уже видно, что происходит сейчас. Когда была ситуация, вот одно согласие было в оппозиции, там были все остальные в коалиции, тогда еще надо было искать какие-то возможности. Сейчас, ну, настолько, насколько согласие изолировано сейчас от власти, оно никогда не было. Потому что сейчас, если мы смотрим, коалиция есть, у них достаточно голосов, ну, и если начинаются внутренние конфликты, они всегда идут к зеленым крестьянам. Потому что это более приемлемый оппозиционер, с кем договариваться. В Рижской думе я вижу точно такую же схему, что если, ну, там, то есть не если будет возможность, но если у согласия нет большинства,
и оно остается, с ним даже говорить не будет. Они, конечно, могут там выдвигать своего кандидата в мэры, у нас там ситуация, мы знаем, что в самоуправлении нет президента, который выдвигает кандидата в мэры, а там просто каждая партия выдвигает своего кандидата в мэры. Но я думаю, они будут одни за своим столом переговоров, им не с кем говорить. А вот с честью жить Риги, они представляют того избирателя, которого все-таки есть определенный консенсус, которого не надо как бы оставить неуслышанного. Угу. И в тот же момент они не идеологизированы. И когда, если помните, было в феврале еще, ее новая консервативная партия объявила, вот давайте нарисуем красные линии. Вот прямо против честь уже выборов, да. Я помню, это был такой призыв в пустоту. Никто не говорил. То есть многие даже не комментировали. Да. И это показывает, если мы смотрим и ответы в СМИ, все, в том числе даже национальные силы, они готовы говорить с честью жить Риги, точно потому, что это не идеологизированная сила, они говорят о хозяйственных вопросах, программа там хозяйственная, и да, там не из их таких... уст, что асфальт не имеет идеологического, он намного можно больше довериться этому, чем из уст, например, когда Согласие говорило, что асфальт не имеет идеологического какого-то уклона. Второй момент, который честь служить Риге делает интересным партнером, это то, что с ними конструкция, она будет более дееспособной, то есть они лучше понимают, что происходит в Риге, то есть мэр, который имеет их в своей коалиции, будет более информирован, чем если будет мэр, который будет иметь их в оппозиции и придется которому с нуля понимать, что происходит в Риге. Потому их компетенция, я думаю, это второй козырь, который их делает интересными партнерами по переговорам. Филипп Раевский у нас в студии. Буквально пару минут прервемся. Не переключайтесь. Микс Ньюс. Добрый день еще раз. Филипп Раевский у нас в студии, политолог. Мы обсуждаем вот ту ситуацию, которая складывается перед выборами. Но вот я так понимаю, что самое интересное будет после выборов, после 29 августа, на утро 30 августа, когда мы узнаем эти результаты. И такое ощущение, что может оказаться в Рижской думе партии практически столько, сколько в Сейме сейчас. Да? То есть мы знаем 5 в коалиции, 2 в оппозиции, будем считать 7. Да, правда, в Сейме там еще образовалась громадная группа независимых, уже тоже больше, чем какая-то фракция. Но, тем не менее, видимо, и в Рижской думе тоже идет по этому сценарию. Да, я думаю, что мы возвратимся к той ситуации, которую мы видели более 10 лет назад, когда самое интересное происходит в ночь после выборов, когда начинаются вот эти основные блоки создаваться. Уже сразу же, моментально, при первых результатах, когда понимаешь, кто в Думе, тогда уже начнут считать и собирать голоса, блокироваться, чтобы... потому что всегда, вот так как нету вот этого фактора, что кто-то называет кандидата в мэры, что ты сам называешь своего, так тут в тот момент, когда ты его называешь, ты должен сказать, а сколько за тобой голосов? Вот, например, кто-то говорит, вот мы называем мэра вот такого, и все спрашивают, и сколько же у вас? Ты говоришь, это моя фракция, вот еще есть вот эта фракция нас поддерживает, вот с ними мы договорились, и тогда вот ты уже добираешь. Уже добрый вес. То есть ты не один. И вот эта сделка, что ты не один, она будет делаться уже ночью с 29 на 30. Да, это будет интересная, конечно, ситуация, тем более, вот если мы дальше вот эту пленку будем прокручивать, ведь вообще... Осенью будет очень много интересных событий. Рижская дума тоже ей придется принимать бюджет. Он будет очень непростой в свете всех пандемий и экономических последствий от этого COVID-19. Но ведь еще сложнее будет и правительству, и парламенту принять бюджет на следующий год. Мы видим, что сейчас уже происходит. Насколько вот есть опасность правительственного кризиса? Я думаю, что правительственный кризис – это абсолютная реальность. Я думаю, реальность уже сейчас, все время такая предкризисная ситуация. То есть, только дело в КПВ, ЛВ и ИКП, что они бодаются все время, если так можно сказать. Сложная ситуация, и все-таки, если мы видим, как принимаются решения, например, налоговая реформа. Я могу удивиться, что вот протолкнули реформу самоуправлений, да. Но то, что налоговая реформа села на мель, это ясно. Это потому ясно. Что ничего договориться они не могут между собой, и тогда это ставится на мель. Сейчас
реформа по налогу на недвижимость, которая тоже, по-моему, идет таким жестким курсом на мель, потому да, что там тоже договориться. Да. Если о большой реформе не могли договориться, почему могли они договориться о такой реформе налога? То есть, видимо, в следующем году ничего не произойдет в этом плане. Ну, при этой коалиции, думаю, нет. Но если, вот, например, гипотетически, если новая консервативная партия не будет представлена в Рижской думе, это будет для них второй провал на выборах. Да, и уже это, конечно, парламент был. Это уже будет психологически очень серьезно влиять на то, как к ним будут относиться остальные партнеры по коалиции. И они, видимо, уже поймут, что больше, что надо будет как-то действовать более жестко. Что-то надо менять. Да. Потому что следующие выборы, у них выборы в самоуправлении, но это будут другие самоуправления, это будут большие самоуправления, это будет очень важно для партии быть в этих самоуправлениях, а кто будет хотеть ассоциироваться с партией, которая уже двое выборов подряд провалилась. Провалилась, да. Это будет серьезное изменение, да. Я думаю, в поведении КП. Да. Они могут уже больше на компромиссы не согласиться. Да. И это для них будет больше убийственно, чем для КПВ. Которые, ну, и так ясно, да. То они хотели, то вообще они не собирались баллотироваться, теперь они опять готовы баллотироваться. Ну, то есть, они это превратили уже в фарс. Для них это не настолько важно. Ну, вот интересно, что многие ожидали, скептики, по крайней мере, что вот то, что зеленые крестьяне их оставили в оппозиции, это по ним будет нанесен серьезный удар. Может, все-таки последние годы они были во власти, а раз, и они в оппозиции, к тому же мы знаем, ну, те проблемы, которые есть у их многолетнего, ну, по существу, лидера. И все ожидали, что вот эта партия чуть ли не они вместе расколятся и разойдутся. А сейчас даже по рейтингам не исключено, что они впервые за долгие годы могут, в принципе, попасть в Рижскую думу. Исключить нельзя. Исключить нельзя, да, рейтинги у них хорошие, они очень хорошо, но для них реанимируется, то, ну, скажем так, вот тот рейтинг, который мы видим у них, но невысокий, для них исторически это не лучшие рейтинги, но по сравнению с другими они выглядят хорошо. Да. И я думаю, и даже в Риге, где традиционно, понятной причине, жители столицы они никогда не были представлены за крестьян не голосуют. Да. Да, они никогда не были представлены, и то, что они в Риге могут попасть в Рижскую думу, это показывает то, что у них как бы общество оценило в конце концов то, что они делали как правительство. То есть это есть оценка, вот этот рейтинг сейчас, это есть оценка их деятельности, премьер-министра Кучинскиса, их команды, которые... Может быть, многие избиратели сравнивают и говорят, что тогда было лучше. Да. Людям свойственно... хотя бы, если мы посмотрим, когда проводилась реформа налоговая при Кучинскисе, сейчас даже не могут провести ничего. Ничего. Все критики как-то сидят по углам, потому что были ведь политические критики. Вот мы придем во власть, вот мы сделаем правильную реформу. Как-то мы не видим, что происходило. Я уже молчу про 3 по 500 и другие обещания. Да. ОИК, ликвидация. Да, но что было характерно, при Кучинскисе было за последние 10 лет самый большой рост экономики. Больше 5%. Сейчас мы опять не растем. И это даже без ковида мы были, прогноз был 2%, не 5%. Так что, вот это и есть, это оценка деятельности этой партии во власти. То есть, в принципе, мне кажется, даже если случится этот правительственный кризис, все равно, может быть, комбинаций-то в этом парламенте опять-таки немного. Да. Перегруппируются, может быть, поменяют, не знаю, ИКП на зеленых крестьян. Ну, как возможность? Может быть, это будет еще меньше голосов. Может быть. Но, может быть, премьера поменяют. Но, в принципе, коалиция-то будет все те же самые. Вряд ли сейчас, к примеру, согласие войдет в коалицию. Не, я думаю, согласие. При любом раскладе. Скажем так. Зачем кому-то идти на такие жесткие компромиссы, если у них и так голосов хватает? Да, хватает. Может перегруппироваться, поменять каких-то министров. И мы видим, что по рейтингам согласие... Знаете как? Согласие можно было бы сделаться такой силой, которую нельзя игнорировать, если у них был бы огромный рейтинг. Но у них и рейтинги очень подсели. Такие рейтинги у них за всю историю никогда не было. 12-13%. Просто поскольку и у остальных не растут, поэтому не так это драматически воспринимается. Они как бы там выглядят очень маленькие по сравнению с тем, как у них были исторически за 20 всегда рейтинги. Они наполовину как свалились после коррупционных всех этих историй рижских, так они и обратно ничего не получили доверия. Значит, все-таки эти скандалы подействовали, да? Потому что была такая версия, что русскоязычные не очень доверяют вот этим скандалам. Смотрите на рейтинги. Посмотрим, конечно, результаты выборов.
вот этих в Думу, потом Сейм, покажут, но я думаю, что то, что мы видим, это самый лучший рейтинг – это выборы, результат выборов, да. Те, которым можно доверять, но то, что мы видим по цифрам, все-таки у них очень подсели рейтинги, то есть они потеряли половину своих рейтингов, и это очень серьезная потеря. Да, как говорится, политики, вообще государственные деятели проверяются не в словах, а в деле. Я сейчас подвожу к президенту господину Левицу, в начале июля как раз исполнился год его президентства, и кто-то когда говорит, он себя особо не проявил, его, может быть, защитники говорят, давайте будем объективны, во-первых, год. Не такой большой срок. Во-вторых, все-таки там пандемия выдвинула на первый план правительство. Президент вроде бы объективно должен был уйти на второй план. Как вы все это оцениваете? Все-таки мы понимаем, что если, допустим, будет правительственный кризис, тогда мы увидим, как президент будет реагировать. Вроде бы и не на что реагировать. С другой стороны, все ждали, что во время пандемии он будет действовать более активно, найдет какие-то правильные слова. Но только коммуницировал с народом по существу Каринч. Я помню, что президент дважды что-то сказал, такое не очень запоминающееся, и все. Есть несколько моментов. Надо помнить то, что это не правительство Левица. Кстати, он еще ни разу не выдвигал своего кандидата в премьеры. Да, кстати говоря. Да, это первая вещь. То есть, второй момент, в сравнении. Когда Затлерс был активен в кризисе, предыдущем кризисе 2008-2009 года, тогда, когда было правительство недееспособно. В тот момент президент использует свое право, созывает правительство, и начинает... ставит свою повестку дня и там начинает их... Да. И тогда, я помню, Домбровский был совершенно недееспособен, и тогда Затлерс взял на себя эту ответственность сдвинуть с места работу правительства. Слава богу, в это время, в этот сейчас кризис, это правительство было дееспособно. И в этой ситуации я крайне удивился, если начал президент мешаться в работу правительства. Он что, должен заниматься закупками масок? Или решать проблемы с экономическим кризисом? Да. У него нет таких полномочий. Да. У них не было. Но зато в тот момент, когда в парламенте началось это, может ли парламент работать в отдаленном режиме. В тот момент он включился сразу в дискуссию, как авторитетный человек по конституционным вопросам. И сказал, что может. Да. И никто больше не задавал вопрос. То есть он в правильный момент свой политический вес личности, вес его человека, который занимался конституционным правом, он в правильную точку свою силу приложил, и мы что получили, как жители Латвии? То, что у нас парламент работал, и никто не начал блокировать работу парламента, не начались долгие дискуссии, может ли он, никто не побежал в конституционный суд оспаривать деятельность парламента, То есть, в принципе, он погасил, возможно, такой кризис, да? Да, он погасил очень серьезный кризис. Если бы в этой ситуации парламент был бы недееспособен, тогда и правительство потеряло бы дееспособность. И это бы, я думаю, вызвало бы намного более неприятные последствия для нас всех. А нет такого ощущения, что все-таки президент, понятно, что он долгое время не жил в стране, может быть, не знает до конца этой всей нюансы политической кухни, что он все-таки, не готов к таким неординарным событиям с этой книгой. Я сейчас не хочу ее анализировать, это книга, которая вышла. Каждый, видимо, исполняет свою задачу, в том числе, возможно, коммерческую автора этой книги. Мы не будем даже это обсуждать. Но мне не создалось такое ощущение, что он знает, что ему делать в этой ситуации. Да. Вроде бы бежать и оправдываться тоже как-то президент, наверное, не стоит. И говорить о том, что не-не-не, я вам сейчас покажу реальный документ о моих родственниках. С одной стороны. С другой стороны, хотелось более внятной позиции, потому что даже те, кто книгу не читал, говорит, что-то он как-то увиливает, что-то, значит, там он скрывает. Хотя, на самом деле, какое имеет значение, что он или его родители говорили советской власти? Это каким образом? Что-то он в КГБ соврал. Может быть, и хорошо, что соврал, я же не знаю. Да, это что сейчас, что это меняет? Тут я совершенно с вами согласен, что такая это неординарная ситуация. Ни один президент не был описан в такой книге. Нет. Ситуация, конечно... Тут я с вами согласен, что важно, кто он, а не кто его прабабушка.
Да. Ну, мне совершенно безразлично, кто его прабабушка. Мне важно, вот как он работает как президент сейчас. Но вот такого достаточно внятного, конечно, плана действий у него нет. Это ставит его в такую очень неловкую ситуацию. Я понимаю, он действительно к этому не привык, что автор книги собирается за ним идти еще с другой книгой, продолжение первой, и книга будет вторая. То есть, ну, ему придется сживаться и все-таки решать эту проблему этой книги, как бы ему и не хотелось. Да, мы же в демократическом обществе живем, но замолчать, кому-то закрыть рот или сделать вид, что ничего не было, наверное, невозможно. Да, это невозможно. Да. Вот, может быть, еще такой вопрос, возвращаясь вот к нашей этой политической ситуации. Да, вот в самом начале мы констатировали, что, наверное, вот это вот, как бы это разделение, такой водораздел между, не знаю, условно говоря, русскоязычными избирателями и латышскоязычными продолжится. И, ну, и, соответственно, раздел в политической системе. Но есть ли вообще какие-то предпосылки, что это вообще может измениться? Ну, хорошо, пускай не на этих выборах. Может быть, в 2022 году. Или все так вот четко вот это зацементировали? Я почему спрашиваю? Поскольку, когда ты читаешь, ну, хорошо, ладно, что касается ТБ «Весу Латвии», их идеология – это их прошлое, настоящее, возможно, будущее. Если они отходят от этой идеологии, значит, нет этой больше партии. Это их понять можно. Что касается ИКП, которая пытается на этом поле играть, вроде бы тоже понятно с какой-то стороны. Они не могут быть менее национальными, чем ТБ. Если ТБ записала в программе, что мы там покончим с детскими садами не на латышском языке, ну так, простым языком. ИКП примерно то же самое другими словами, что программа будет... Ну, они сиамские близнецы. Да, на латышском языке. Но это же написала и Яуна Венутиба, новое единство. Да, вот зачем? С одной стороны, понятно, что они тоже претендуют на этот, там, не знаю, частично национальный электорат. С другой стороны, зачем? Ну, есть эти две политические силы, вы премьерская партия, ну, будьте как-то посередине. Да, ну, я не знаю. У них всегда был сентимент национальный, тут я с вами не согласен. Новое единство, они всегда очень кокетничали с этими национальными идеями, у них там все-таки есть и члены партии, которые очень национально ориентированы, и это, они не могут это для них всегда была и проблема, потому что электорат, который голосует за национальное объединение, они не голосуют за новое единство. Нет, чтобы ты мне сказал. Они все время стараются как-то туда вот, я думаю, вот точно вот этот сентимент нового единства, вот это желание все время втиснуться и что-то предложить этому электорату национально ориентированному, это было то последствия чего мы имеем за развитие за партию. Да. Вот это есть последствия. То есть либералы откололись. Они откололись, и мы видим, что вот, и я думаю, вот это и есть те проценты, которые они потеряли единство, вот стараясь стучать в закрытую дверь. Угу. То есть да, потому что либералы поняли, что да, им не место вот в ТБ, там же ведь за этим идет не только такие языковые вопросы, там же идет регистрация гражданских браков, однополые отношения, то, что для нового единства неприемлемо, а для развития «за» вполне приемлемо. У них там очень большая часть повестки дня, у них, которая когда-то была повесткой дня единства, которые они потеряли, почему-то стараясь идти вот не в сторону там, где есть голоса, потому что мы видим за развитие за есть голоса, а стараясь конкурировать там, где они не конкурентоспособны. Может быть, такой последний вопрос, так вот время эфира у нас быстро идет. Что касается явки. Мы знаем, что сначала была такая озабоченность, пандемия, возможность проголосовать только на одном участке, ну, по месту декларированного жительства, убьет эту явку, да, и придут, наверное, самые стойкие. Сейчас, когда, ну, по существу разрешили голосовать на любом участке, ну, желательно на своем, но если пришел на другой, определенная процедура, там связываются, узнают по интернету, не проголосовал ли ты уже на своем участке, и дают возможность проголосовать. Хоть ты там живешь в Иманте, ты можешь в Югле проголосовать. Это очень удобно. Это может как-то способствовать вот этой явке? Конечно, это упрощение избирательного процесса способствует всегда, да? явке. Всегда. Даже но... если, несмотря на то, что это лето, вдруг будет хорошая погода. Это теоретически. Вот то, что это 29 августа, это очень близко к 1 сентября. То, что пандемия, то, что там будут в масках, то, что многие будут озабочены, что они хотят стоять в очередях и там тусоваться в этих участках. Это все, конечно, я думаю, ударит по избирателям. И тут вопрос, как пенсионеры, это основной избиратель, они же основная группа риска.
COVID-19. И в этой ситуации как пенсионеры отреагируют? Испугаются пенсионеры или не испугаются? Это будет очень важный момент. Да, плюс, кстати, опять же, избиратели партийные. Вот, например, за развитие ЗА у них избиратель такой очень либеральный, который очень как бы интегрированный и считает в мировую жизнь, да, употребляет разные вот средства массовой информации не латвийского происхождения, они более озабочены, потому что они более напуганы, чем, например, избиратель национального объединения. И это тоже может быть явка для и неявка одних и для других избирателей. То есть даже это может в результате сделать результаты очень выборов непредсказуемыми. Абсолютно, да? Непредсказуемыми, потому что как бы компания, например, получается хорошая, рейтинги высокие, а избиратель испугался, от пандемии не пришел. Это, наверное, вот то же самое, когда очень многие политики чересчур начинают надеяться на социальные сети. И когда они друг другу хвастаются, сколько у меня лайков, да, вот иногда мне кажется, что они до конца не понимают, что интернет – это такая штука, ну, что надо быть очень осторожным с далеко идущими выводами. Почему? Потому что, во-первых, из тех, кто лайкает, это могут быть вообще жители других стран мира, да, или не граждане, ну, кто угодно. Да? И это совсем не значит, что они обязательно, этот лайк превратится в плюсик тебе на выборах. Или вообще, ну, лайкнуть – это кликнуть, а проголосовать – это взять паспорт и идти куда-то. Да. И найти время, иногда и ехать этим заниматься. Да. Или еще ехать. Да, да. Поэтому здесь нужно корреляцию такую проводить, да, ну, вот социальными сетями. Ну, там очень осторожно надо с корреляцией. Не надо доверять таким корреляциям. Да. Это индикации больше, чем корреляция. Ну что ж, подождем. Совсем недолго осталось. Ну, месяц, наверное, с небольшим, и мы все узнаем. Филипп Раевский у нас был в студии. Большое спасибо.